Здравствуйте, меня зовут Юрий Спасо-Буковский, я чемпион мира по бодибилдингу. Сегодня у нас в гостях Варвара Варич, которая тренируется в нашем фитнес-клубе «Бицепс». И я вот чемпион мира по бодибилдингу, покажу вам, как по моей методике делать тренировку ягодичных мышц, проводить специальным тренажером. Сейчас мы сделаем вот этот тренажер для махов, мы его используем. Я ставлю минимальный вес для начала. И мы начинаем нашу совместную работу. Залезаем лицом сюда, на меня. Эту ножку пододвигаем назад, по центру платформы. Пяточку ставим сюда, чтобы было удобно. Носочек натягиваем повыше. И вот в таком режиме начинаем качать тепло, пока мы начинаем чувствовать ягодичную мышцу. Поэтому упражнение работает малая ягодичная мышца в основном. Оно менее эффективно, чем приседание со штангой. Но все равно как есть. Работаем, работаем, работаем. Подходим, подходим. Снимаем выступный план. Мы должны заснять технику обязательно. Хорошо, хорошо. Еще чуть-чуть, давай, еще пять раз. Раз. Так, держать, например, осаночку. Ручки, локоть вниз. Локти вниз, наклонись, спина прямо. Хорошо, хорошо, хорошо. Как чувствуется? Да. Очень. Где будет ощущение? Спина, спина больше работает или ягодичная мышца? Ягодичная. И ножку чувствуешь немножко, да? Бицепс бедра или только ягодичная мышца? И бицепс бедра. Бицепс бедра и ягодичная мышца. Это очень важно. Поворачиваемся теперь и прорабатываем вторую половину. Дело в том, что у Вари есть две ягодичные мышцы, да? Да. Отлично. Становимся. И ту же самую технику. Обязательно должен быть вот такой бантик. Иначе эффект упражнения будет. Немножко согнуть ручки. И поехали. Поехали, работаем. Вот у нас здесь работает. Мы снимем серию упражнений, и уже через 5 недель вы сможете увидеть, как мышцы Варвары улучшились в результате серьезных занятий в зале. Давай еще. Еще обходим, снимаем технику. Работаем, работаем. Это серьезное дело. Я помогу тебе. Еще, еще. Еще 5 сделаем. Раз. Не расслабляем ягодичную мышцу. Два. Не раскачиваемся. Стоим на клоне. Выше. Пауза. Еще раз. Выше. Пауза. Достаточно. Поворачиваемся. И улыбаемся. Ну как? Вау. Как впечатление? Где ты почувствовала проработку мышц сегодня? Ягодичная мышца. Говорят, что девушки приходят в зал в основном, чтобы уменьшить себе живот. А о ягодичных мышцах они не думают, не догадываются, что нужно это делать. Что ты думаешь по этому поводу? Да, нужно тренировать, чтобы попа была сексуальной, торчала. Торчала и было бы правильно. Облизать ее. Хорошо, значит, с вами была Варвара Варич. Я надеюсь, она еще придет и снимется в наших видео для девушек. Это была программа упражнений для девушек. И я надеюсь снова скоро с вами увидеться.